Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Сундук. Так, зимние шины, стартовый ускоритель. Зимний шин, кстати, нам выпал там на байк. Здесь всем прива. Если бы еще по-русски бы писал бы. Так, ну что, это я еще не ложился, ребятушки, спать, а у нас уже 6.03. Так, что я дальше хотел? Ну, тут открываем сундук, понятное дело. Ага. Новые задания. Маневр на грузовике. Не буду я брать никакой маневр на грузовике. И попросили меня опять почистить клан. Давай смотреть. Ну, вижу. Так, удалить. Тут много кого удалить. Ну все, пока. Так что, ребят, пользуйтесь моментом, пока есть, так сказать, место. Ну что, а я сегодня хочу взять, соответственно, 26 тысяч кубков свиное рыло у нас, которое я, естественно, сейчас поменяю. Да неужели спойлер выпал мне на раллийное авто? Так, 26 тысяч, подожди секундочку. Кубок застойный. Ну, наверное, на... Так, во-первых, поменяем. Вот, пускай такая будет барышня у нас. И поеду я на раллийном авто, говорю тебе. Поехали. Типа я готов. Я готов. Как никогда. Куда, в воду, что ли, там? Ой-ой-ой-ой, там крокодил. Нифига себе, ребят. Чуть опять не впендрючился в этого ссаного крокодила. Так, какой-то там Алафейкин меня обгоняет. Да. Ну, если бы я понизу поехал бы, был бы совсем другой разговор. Ладно, это не показатель, ребята. Одну гонку он сделал на халявку. Давай посмотрим дальше. Опа. Ой-ой-ой. Так, Алафейкин этот сзади. Тут меня сейчас Кирита. Короче, сейчас обоим придется показать экстра-класс. Пипец, показал экстра-класс, блин. Кирита, дуй отсюда, а. Вот так вот. Я же говорил, сосунки. Сосунки, они и в Африке сосунки, понимаешь? Два мордоворота вот этих вот. Но у меня эпические холмы. Ну, здесь... На эпических холмах у меня не очень, ребят, хорошо получается. Поэтому я тут... Особенно вот да. А это кто там? Что за саботер там гонит? Вот объясни мне, вот как вот он подрывы делает, а? Я вот не понимаю, я на заднем колесе как этот. Как, знаешь, медвежата в цирке. На одноколесном велосипедике таком едут. Вот я то же самое вытворяю. Зачем мне на машине два колеса, когда я могу на одном шпарить? Как угорелый, оголделый. Ты же видишь, как хорошо все у меня выходит. Это тупой был прыжок на самом деле. Наитупейший. Наиглупейший, от которого толку вообще ноль. Что там у нас внизу? О-о-о. Да-да-да-да-да. Именно поэтому, ребята, я сказал, что о-о-о. Фуфлышку, потому что начал. Начинаем фуфлышку, ребята, гнать, блин. Все, отлично. Фига он там прыгунчик нашелся мне. Каким макаром он начал там так прыгать, а? Веселый наш шутничок, блин. Заедь ты, главное заедь. И он заехал. И он, друзья мои, заехал. А ты там шпиндрякнись. Давай, бери. Опа. Опачки, папули.
Шикарно. Я же сказал, что урою этих сосунков. Как сказал, так и сделал. Ну что, погнали? Так, что у нас там? Ой, я... Трейн, ну нафиг! Вот, ребята, я тупанул. Я замешкался, я начал или туда, и, короче, кнопку газа спустил, а потом нафиг я ее спустил. Ну, короче, здесь я очень... Давай, 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 давай. Какой? Чего? Ты давай-ка, родная моя, успокойся. Блин, не могу, ребята. Какая это вшивая попрыгулька. Слушай, по-моему, пора, ребят, вшивая попрыгулька показать, кто тут папа, а? Или что, она совсем говна... Кто-то там нас обогнал. Ой! Ой-о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 й! Ну все, это фиаско, ребят. Какого фига назад-то с такой скоростью отъезжает? Я хотел-то чуть-чуть всего лишь. Пец, просто показал, блин. С этой дурацкой трассой я никак ее не могу запомнить, ребята. Вот хоть тресни, что, блин, когда этот камень перепрыгиваешь, что там будет вот этот дебилизм. Да. Давай ты дурака тут все строишь, блин. Езжай нормально, блин. Чтоб хотя бы не последнее место занять в этой гонке. Все, отвали. Ну, второе место у нас, ребят. Второе место. Второе почетное, ребят, место, но... Ай, как я там, конечно, влетел. Ой-ой-ой, это надо было... Это надо уметь. Так, я вниз. До свидания, байкерок. Мы даже по тебе плакать не будем нисколечко, особенно я. Я даже не вспомню, как тебя звать, щенок. Такой добрый, да, ребят? Добродетель. Иди ты в пень. Такой на гнилой кобылке подскочил. Думает, дядя Ры ему даст место. Ага. Не дорос еще сплежить. Как говорится, еще молоко на губах не обсохло. Уже просит такую вещь. Вот как он перелетел вот это все? У меня ни разу так не получилось, ребят, чтобы пролететь. Застрянь ты в этих... И ведь не застрял же, а? Почему у него срабатывает такая фигня, ребята, очень часто? Скажите мне на милость. На-ка! Выкусил, бомж! Что-то разошелся не на шутку. Я уже вам, ребята, говорил, почему я разошел... Почему я страдаю давлением? Я это все воспринимаю... За чистую монету. Я вниз. И опять вот этот, ребят, тупизм. Нахрена вниз-то, когда можно было бы, ну, поверху проехать. Ты же такие подавал надежды, а. Такие подавал надежды. Ну, четвертым. Ай, в этой вот последней гонке, ребят, я всегда фейлюсь. Я вот сколько уже замечал, всегда я там фейлюсь. Кстати, у нас 231 тысяча. Фух, остается, ребят, всего лишь 5 этих потратить на сцепление. И после мы с тобой будем уже прокачивать, наверное, наш байк. Потому что, как ты видишь... Опа! Чего? Ты дрещеныш, ничего там... Давай на колеса вставай только. Это кто там сейчас пролетел? Я не увидел просто, ребят, кто там пролетел впереди. Че? Каким макаром? Объясните-ка мне, ребята, он пролетел здесь. Ну, у него крылья, ну и что дальше? Крылья. Да.
Я в шоке, ребят. Да ты посмотри, это дерьмо-демон, блин. Просто меня... Да встань ты на колеса, твою... Слушай, ну у меня первое место все равно. Или нет? Или да? Ух, вот это да, вот это сейчас было. Я ж, ребят, я ж вспотел, серьезно тебе говорю. Я ж, ух, нервочка такого поймал. Тут действительно было... Битва титанов. Ты понимаешь? Ну опять это вареное мурло летит. Вот ты заметь, как он едет. Просто вот понаблюдай. Опа. А, у него, видимо, ребята, форсаж закончился. Все, я понял. У него закончился форсаж, и он решил на гнилой кобылке покататься, да? Ну, типа, сброшу я подгазовку. А вот это хорошо придумал сейчас парень. Вот это ты сейчас хорошо придумал. Перехитрил папочку, да? А папа тебя... Папа тебя прожарил до хрустящей корочки. Вот так вот. Блин, это же подводное царство, блин. Кувшинки, так ведь? Не надо, блин! Нахрен ты это ускоряешься-то, болван тупорылый, а? Да куда ты летишь-то, бесишь? Давай без фокусов, первое место. Есть! Спокойствие, Рычкток, спокойствие. Не нервничай, у тебя и так давление подскакивает, еще тут начинаешь на всякую шелупень обижаться. Да как не обижаться, ребят? Видишь, он на гнилой кобылке едет. Нет, парень, по-моему, все. Потерял ты свой, как это назвать-то, свое превосходство. Щеглазарый. Так, ну что, зимние шины, амортизаторы прыжков. Все, ребят, столичный кубок, берем байк и вперед, как говорится, с песней. Кстати, я не вижу, ребята, прикола. Прижимная сила, это вот как раз, когда меня закидывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай не дуркуй. Ее надо будет обязательно прокачивать, потому что... А, не так-так-так, ну ядрен-матрен, ну... Уже и кнопку отпустил, все, думал, сейчас стабилизирую. Стабилизировался, не надо. Стабилизировался, твою налево, ну... Заедешь? Ну как это там за... Куда тебе, твою налево? Болван, а. Вот она. Просто еще и горючка кончается. Вторым. Ладно, еще есть, еще... А, нету, ребята, шансов. Вот именно из-за этой прижимной, то, что у меня прижимнуха не прокачана полностью, ребят, я фейлюсь. Будь у меня прижимнуха бы прокачана бы по полной бы, у меня бы не закидывало бы так тачку. Ну, не тачку, а мой байк. Я бы ехал бы вообще идеально. А так, сколько, 5 баллов у меня. Второе место. Угу. Да что ты мне даешь тут? Амортизаторы, нафиг они мне не нужны. Так, ну что там у нас? Зимний кубок. Ну что, принцесса-то готова? Брать зимний кубок. Там опять какой-то... Кто? Ну понятно, кто. Как его там звать? Бигфут? Бигтракер, блин. И все как один рванули. А я вторым. Слушай, а мы, кстати, с этим вот пареньком сейчас ехали, даже без всяких прыжков. Они там все подпрыгнули в поднебесную. А мы с тобой на гнилой кобылке, хоп, и взяли, как говорится, фартишечку, да? Ну, конечно, хотелось бы взять первое место, но, видишь, фартовый мне, к сожалению, не дал такое счастье. И вот там он щеглазадый лезет, куда его не просят. Да, ребят, все у меня
великолепно получилось. Ну что, это последняя у нас гонка, да? В этих замороженных стужах. Давай, 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 есть. Тут возьми. Опа! Ну что, этот фрукт нас обгонит, что ли? Ну да, обогнал. Так, ну что у нас получается? Получается, что я первым. Для меня главное, ребята, результат. Первый. О, кубок, городская вода. Попробуем. Слушай, ну тут на байке, ребят, не... мне даже кажется, что тут не стоит набирать скорость. Вот эту вот, начальную. Потому что она мне только мешает. Потому что у меня машина начинает закидывать, и все. Ну так-то тоже не надо делать-то. Ёпперсты, ну. Пипец какой-то, твою. Не, ребят, надо прижимну. Хотя, ну это все. Это просто, ну, трындец. Ты видел, как ее забрасывает? Ой-ой-ой. Да что ты будешь делать-то с ней, а? Закидывает, и все, я не могу ничего с этим сделать, понимаешь? Не могу ничего сделать с этим. Начинаю сбрасывать скорость, соответственно, ну, чтобы хоть как-то стабилизироваться. Чтобы хоть как-то встать на колеса. Давай вниз. Ну, е. Yeah. Фух, доехали, доехали. Все, ребят, первое место наше. Очень сложно без прижимных ехать здесь. Ну что, попробуем? Видишь, у меня начинает рвать машину, ну, мотоцикл, и сразу же начинает, ребята, ее забрасывать, закидывать. Ну, тут первая трасса нормальная пройдет у нас. Первая, по-моему, вторая тоже неплохая. Вот третья, когда уже пойдут эти дорожки элеваторные. Там, по-моему, да, там будет не очень все хорошо. Так. Ну, тут, понимаешь, тут в чем прикол? Тут главное взять первых два места, а там уже будет попроще. Там будет попроще, потому что там уже не имеет значения, какое ты возьмешь место. Хоть ты в смятку разобьешься, все равно ты будешь первым. Я вот к чему. Я вот к чему! Нифига себе! Божественно, ребят, проехал. Ну нет, 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 раллийное авто. Давай-ка вот. Давай-ка вот без твоих вот этих вот прибамбасов. Блин, что-то мне. Что-то не знаю, ребят. Мне нравится байк, но мне не нравится без прижимной силы кататься, ты понимаешь? И не на всех трассах все-таки я могу на нем ездить. Такие вот, как вот ровные более-менее трассы, да, скоростные. Там, да, раньше я ездил, знаешь, на суперкаре. Но теперь, по-моему, как я посмотрю, все-таки байк, он... Ну, не знаю, ребят, мне кажется, что он быстрее, чем... О, да, ребят, фейл. Еще раз фейл. Я не знаю, почему моя машина начала все, вот, все, что там было, все эти пригорки ловить на себя. Вот как вот он тут вот умудрился. Он даже не разбился. У него нет крыши, но он не разбился ни хренашечки. Понимаешь, он не разбился. Он даже... Давай сюда заезжай. Он даже не покорежился. Ладно, здесь мы с тобой заняли почетное первое место. Первые 3 балла, блин. Давай, Рэй, давай, давай, родной. Это твоя стихия. Лед. Нет. Нет. Ну вот, ребята, я обделался. Вот и обделался, блин, где. Где должен был нормально фартово проехать. Обосрался. Хорошо, что хоть первым. У него машина развалилась. Офигеть, он там просто гашетку до последнего нажимал, ребят, понимаешь? До последнего, что у него машина просто на старт уже приехала развалюха. Просто
Так, а что это у нас за трасса такая? Я уже и не помню, вспомнил. Оп! Давай сюда перелетаем. Ага. Да хрен тебе, летит там. Летит. А те два, да, погорельцы. 100%, ребята, об черепундили об эти врезались. Я тебе как пить дать говорю. А что он там обделался-то? Ой-ой-ой. Давай-давай, хорошечно, хорошечно. Хорошо, все будет хорошо. Все будет просто хорошечно. Воу-воу-воу, засмотрелся на машину. Прикинь, ёпарасоте, ребята. Вот это был дебилизм. Я засмотрелся на другую машину и не увидел, что перевернулся. Ну, я как бы я даже пропустил этот момент, в общем, одним словом. Че там? А что там с этим прошивцем случилось, я не понял. Ну, давай, давай, кто-нибудь из вас. Даже никто, ребята, и не подумал, да? Да врежься ты твою налево, ты достал уже тут рядом со мной тереться вшивый, блин. Вот правильно. Да еб просто. Ну все, ребят. Че, сколько у меня очков? Первым. Фух. Да он достал, серьезно тебе говорю. Трется возле меня, бесит меня, блин. У меня должно быть личное пространство. Хер он возле меня трется там, блин. Вшивый этот. Какая Юлька еще, блин, Юлька. Иди он там, блин. В бочках ковыряйся, Юлька, блин. Йот ты, какого фига ты Карелла-то стал все считать? Ты дурачок местного разлива. Ты в конце концов будешь нормально ехать. Что за фрезы-то, блин? Да чё... Ребят, я... Вот я сколько раз играю, я замечаю постоянно эти дебильные фрезы. Правильно, он заехал, а я, блин... А я нет, я по трубе, блин. Нафиг мне... И же так нормально. О-о-о-о-о-о-о-о. Парень, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. И спасибо большое за первое место. А я танцую, а я танцую. Да фрезы, ну ты заметь. Постоянно вот на этой, кстати, трассе, по-моему, у нас постоянно эти фрезы происходят. Драматург, у меня драматург есть, фиг мне твой драматург. Кубок езды по ухабам. По ухабам, блин, да, да, ребят, вы правильно поняли, это дурацкая эта трасса, блин. Да, эта трасса специально предназначена вот для вертушки. Это ее трасса, вертушка и, по-моему, багги. Ну, выигрывает ралли. Поехали. Вот тут вот я вот, да ядрен матрен. Вот тут знаешь, что надо брать? На заднем колесе. Ускорение заднего колеса. Чтобы ты... Потому что тут практически на заднем колесе только и шпаришь. Я отпускаю, отпускаю, ребята, кнопку. Не свисти мне. Отпускай. Рэй не отпускает кнопку, как всегда, не отпускает. Отпускаю, отпускаю. Так, что там, кубок ледника, два этапа. Блин, эти долбанные два этапа. Ну, я понял, в принципе. Первый этап взлет. А второй этап... А второй этап я не помню, что, ребят. А я попробую, знаешь, что сейчас... Воу! Да-да-да, я вот этого и хотел сделать. Вот так вот я хочу. Я просто хотел, ребят, посмотреть, что это... Что это за такая трасса, на которой меня постоянно... Ты сейчас... Ты сейчас... А, ну тут, фу. У меня же язык заплетается. Я думаю, какого фига, я горючий это пропустил. Хотел сказать, вы специально так делаете. Слушай, по низу выгоднее намного ехать, чем по верху. Вот почему, видимо, меня в первой этой гонке и... Нагибали, по-жесткому нагибали. А здесь мы сделаем с тобой вот так вот.
Главное на кость на эту попасть. И все, 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 пошло дело. Пошло дело. Понимаешь? Там главное на эту кость попасть. Если ты попадаешь, ну, с нормальным разбегом, с разгоном, то ты занимаешь первые места. И самое главное, что заехать на нее правильно надо. То есть, чтобы ты не пролетел. Раньше у меня никогда не получалось, а сейчас, ну, вроде как, ну, 50 на 50, скажу честно. Когда-то получается, когда-то не очень получается. А вот с этими вот, вот с этим бардаком, я до сих пор, ребята, не научился с, вот с этой вот фигней со всей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну ладно, блин. Затяжной прыжок. Еще с таким этим, с ускорением, с таким, Тут, кстати, мы с тобой катаемся на аттракционах, которые сломанные. Понимаешь? Эти аттракционы очень опасные. Эти аттракционы очень. Ну и чё? Вот ты дурак или чё, Рэй, блин? Вот ты баран, бомжара, ты тупорылый, а? Нафиг нажал, отпустил кнопку газа, дебил. Чё ты хотел этим доказать, блин? Ты хотел попасть в эту, в расщелину или чё? Я не понимаю. Чё у тебя в голове, блин, творится, а? Дебила кусок, блин. Я в шоке просто, блин. Первое место, ребят, все. И не гундусь мне здесь. Фух. Так, ну что, воскресный чемпион. Да-да-да, возьмем тебя. Не подведи меня, дамочка. А там Хилл Климп, кстати, с этим. Молодец. Молодец, блин. Опа. Нормально. Это нормально. Все, пронесло. Пронесло. А что этот чепушило-то? Он там бринкал. А по итогу-то что? Без комментариев. Тупой ты, валяк, дебил, кусок. Да что происходит-то с тобой? Ну сегодня, ну ем просто, ну... На байке, блин, разучился и гамать, блин. Сейчас тут какая-нибудь пещера, как всегда. Тут же должна быть пещера, ребят. Да ведь? Нет? Да какой там, ребята, какой? Ну, второе место хоть. Я уже думал, что вообще фейл будет. Кубок лесов. Так, подожди, кубок лесов, по-моему, тоже можно было бы на байке, наверное, да? Или ну его нафиг. Вертушечка, вертушечка, вертушка. Не, ну кубок лесов можно было бы, ребята, на байке я бы тут бы... Нос бы ему тер бы всем бы. С превеликим, блин, удовольствием. Просто бы утер бы нос. Вообще, как стоячих всех тут сделал. Там еще внизу такая подпись. Раллийное авто лучше всех. А в этом еще кто-то сомневается? Плюну в глаз. Кто в этом сомневается? Да не, я плевать не буду в глаз. Пускай лучше поедят моих выхлопных газов. Подышат ими. И опять кубок шахты. И опять этот ничтожный кубок шахты. Байк. Драйвер. Не. Серьезно? Не, ну он, наверное, с соблюдением, я не знаю, там, всего и всех. Может быть, и будет у него, как говорится, счастье. Все, нет у него счастья. Его просто, ребята, размозжило об стенку.
Мне кто-то написал тоже в комментариях: Рэй, нашел, где гонять на байке. Да, я полностью согласен был. Действительно, нашел, где гонять. Ему очень, ребята, очень. Вот здесь, вот здесь, я боюсь, его даже размажет. А, нет, это не та. Но все равно очень опасно. А вообще-то его размазало. Вообще-то его размазало. Вылетел. Ну, чепушило он и есть чепушило. Что ты сделаешь? Ребят, я специально отпустил газ. Ну какого фига она врвет-то? Пипец. Даун, блин. В шоке просто от этого всего. С горем пополам, друзья. Мы проехали с вами. 26 тысяч кубков я получил. Оу. Да. Вот как-то так. Что тут? Да не надо мне вот это всего. Это я тоже не хочу ехать. Ой, ладно, ребятушки. Что-то я аж употел сегодня. В общем, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.